Ну что, сейчас мы сделаем небольшой такой опрос по франшизе этого замечательного фильма «Мир юрского периода», вторая часть. Как у тебя дела? Здравствуйте, все отлично, вообще классно. Джарай Сити, собственно, зашли к нам в гости обязательным образом, чтобы посмотреть что? Фильм «Парк юрского периода», вторую часть. Это нашумевший фильм, я не знаю. Но меня больше привлекают эффекты, которые будут, которые, я надеюсь, будут. Вот я в предвкушении, я жду, просто эмоции меня переполняют. Я надеюсь, фильм будет просто джарайт. Скажи, пожалуйста, сколько кинотеатров в синематике вообще в этой сети? 9, наверное. Нет, ну прям кинотеатров, ну, именно, не да, залов. Экранов, залов, наверное, 9 я насчитал, а кинотеатров, видимо, 5, пусть будет 5. Почему нет? Да? Это абсолютно верно, на самом деле. Да. Ну что, вот такой замечательный тебе конвертик, в нем ты найдешь билеты. Мы всегда рады дарить эмоции, билеты. Вас лично, вашего оператора и всех, кто работает в синематике. Это крутые кинотеатры. Я с удовольствием прихожу сюда каждый раз. Спасибо большое. Так, ну что, сейчас будем дальше опрашивать. Ну что, у нас здесь находится человек, который напрямую связан с кино. Да, первый раз на закрытых показах? Нет, второй раз. До этого был на «Черной пантере». Ну и назови мне, пожалуйста, трех динозавров. Динозавр, тираннозавр и какой-то... Да, шуча, я не знаю. Вообще, я не поклонник этого фильма, но, во-первых, большое спасибо «Синематику», что позвали. А во-вторых, я бы с удовольствием посмотрел, потому что посмотреть в IMAX'е на динозавров, это, ну, я же говорю, это шикарно. А так, я поклонник «Мстителей». Нормально. Просто взял, захвалил «Синематику» и получил, конечно же, подарок. Почему бы и нет? У нас только так. Держи, это тебе. Это замечательный бонус, такой подарочек. Приятного просмотра. Получи максимум эмоций, чтобы эта вся франшиза замечательная про динозавров тебе очень нравилась, и ты следующие части, а они наверняка будут, чтобы ты их ждал с нетерпением. Вот. И огромного счастья. Спасибо большое. Ну что, вот у нас представительница прекрасного пола, врач-биолог, которая разбирается в динозаврах, ну просто как бы с 7 лет, да, вы сказали, занимаетесь динозаврами. Вот, ну и, собственно, может быть, поугадываем какие-то вопросы, не знаю, позадаем, соответственно, получим ответы. Правильно же, да? Как дела? Все отлично. Настроение как? Супер. Отлично. А предвкушение есть какое-то вот перед просмотром? Какие эмоции, может быть, хотите получить? Если честно, очень интересно, как отразят все-таки режиссеры моих любимых динозавров. Я их просто всех очень помню. Я очень надеюсь, что всех отразят, все будут в кадре, все будут задействованы. Так что именно вот мне интересно все-таки, как будет снято, как их покажут. А напомните, сколько видов динозавров вообще есть? Мои знакомые, их только 17. 17. Ну что, хорошего просмотра, приятного. Спасибо. Вам, чтобы спасибо. Эмоции прям вот через край у вас. И улыбайтесь. Классно, хорошо, да. Хорошо, спасибо.